Я обещаю, этого больше не повторится. Это был последний раз. Ты же знаешь, я люблю тебя. Мы должны противостоять западным свиньям, которые захватывают наши земли и с улыбкой забирают себе то, что принадлежит нам. Настраивают нас друг против друга. Это так называемая демократия. Если ты говоришь про убийство мусульман, ты экстремист. Да? Да, да. Но если ты пассивный, тихий, тобой легко управлять, тогда ты хороший мусульманин. Да? Ты как собачка. Они подбрасывают тебе косточки, но держат тебя на поводке. Вы знаете, о каком типе мусульманина я говорю? Он стыдится себя. Он дал себе западное имя. Он старается думать и жить как западный человек, жить так же, как они. Говоришь ему, друг мой, говоришь, давай прекратим убийство мусульман. Он отвечает, ты неграмотный иностранец. Ты хочешь поставить под угрозу мою отличную жизнь и мою страну. Такой глупец носит футболку английской команды и кричит после матча «Мы победили!» А парень рядом с ним, в такой же футболке, называет его чуркой. Ниггером. Спросите себя, кто вы? На самом деле?